Ну, я уже сказал то, что преимущество будет АЗС плюс, и скорее всего сегодняшний день они выиграют. Ну, счет не буду говорить, я думаю, у них и посолиднее команда. Сарчак? Да, по счету не скажу, дополню то, что... 15-й Магомед Хабиб Исаев, номер 8-й. Саид Кабачный, номер 30-й Муртузали Магомедов. Забивает гол первый команда АЗС плюс. Это никто иной, как Ислам Сангурбеков. Отличился и вперед выходит АЗС плюс 1-0. Ну вот Сангурбеков тоже. Она Ярыгина. Мы вчера в полуфинал, если я не ошибаюсь, когда Магомедов вышел, но вот как завершилось его выступление, чем он завершилось, к огромному своему стыду, я спокойно, тихо и полный штиль сейчас на футбольном поле. Вот сейчас опасно может быть штрафной удар, отскок, будет ли еще один удар, нет, не успевает футболист, только так, с левой ноги развернувшись, Ислам Утаев, ой-ой-ой, дорабатывает Зайнабов и забивает. Что сейчас напридумывали защитники Цумады? Вновь его выпускать на поле? Абсолютно нет. Но с такой проблемой, особенно вот сейчас давайте подосмотрим атаку, и потом я продолжу свою мысль. Абдуразаков удар Саидова отражает. Будет ли добивание? Ну, Шамиля Абдуразакова я бы отметил, наверное, как самого. Падение здесь не реагирует. Рабадан Шабанов, Салима мяч получает. Удар Саидов тащит. Который момент, довольно-таки непростой момент, там и Саидов команду свою выручает. И плюс ко всему, да, огромный хлещий им предстоит матч с Чарадой. Чарадой, который... Ой, переходит на Зайнава, здесь надо забивать. Сангурбеков забивают. Калимолла, Зайнавов, Сангурбеков соорудили гол 3-1. 3-1, 2 добавленные минуты своей спортивной. Той, благодаря которой они выигрывали очень много матчей. Вот здесь сейчас может получиться плохо. Исаев, удар. И вот этого парня тоже я сегодня отмечу обязательно.